В целом о мерах по поддержанию правопорядка и антитеррористической деятельности, проводимой на нашей территории, мы поговорили с официальными представителями правоохранительных органов. В целях недопущения террористических проявлений на территории района прокуратура, полиция ориентирована на принятие дополнительных мер, направленных на обеспечение общественной безопасности на территории района. Прежде всего, в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов массового пребывания и жизнеобеспечения. В 2017 году прокуратурой проверены организации, наиболее подверженные рискам террористических атак. Руководители предприятий ориентированы на повышение уровня безопасности своих объектов, приняты меры реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений. Внимание правоохранительных органов района и местной власти обращено на неукоснительное соблюдение и выполнение мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма, утвержденного президентом Российской Федерации. В связи с возникшей чрезвычайной ситуацией, полиция Краснодарского края, в том числе и отдел МВД по Славянскому району, переведены на усиленный вариант несения службы. Вся полиция 24 часа в сутки несет службу. Мы усилили посты. Кроме того, нами созданы группы скрытого патрулирования по отработке жилого сектора. Проводим мероприятия по отработке рынков. Массовое скопление граждан, организаций, где возможны террористические акты. Просьба к населению Славянского района обращать на брошенные вещи, предметы. В Ростове все знают, что произошел террористический акт. Взрывное было устройство замаскировано под фонарь, подброшено возле школы. Поэтому внимание, внимание при получении какой-либо информации, представляющей интерес для органов внутренних дел, незамедлительно сообщать в отдел МВД по Славянскому району по телефону 220-08. Телефон данный работает круглосуточно или, соответственно, на 02.